Всем привет! В этом ролике хочу рассказать о Marbleship и из Marblox. У меня на канале выходили ролики по играм из Marblox, ну и на данном этапе начинается запуск так называемых Marbleship. Итак, для тех, кто не в курсе, что такое Marblox, в двух словах объясню. Это компания, представляющая услуги блокчейна, основанная на играх, в общем, игровая площадка для NFT-игр, где можно заработать, просто играя в игрушки. На данный момент три игры есть в Marblox, и для меня топ по заработку — это, конечно же, KOF Arena. Каждая игра имеет отдельно свой токен, который, в общем, связан с MBX. Перейдя к дорожной карте, на данный момент мы находимся на 11 шаге, и это у нас запуск Marbleship. Далее, как видите, еще выпуск двух игр, но сейчас нам интересно только Marbleship. Что ж такое Marbleship? Итак, Marbleship — это членский проект Marblox на основе NFT. Владельцы Marbleship могут извлечь выгоду из экосистемы Marblox. Итак, что дает Marbleship владельца? NFT стейкинг. Зарабатываете MBX, используя Marbleship. Каждый Marbleship содержит доступные MBX. Благодаря стейкингу мы можем приобрести MBX на уровне с соответствующей базовой годовой процентной ставки. Повышение уровня NFT. Каждый раз, когда мы добываем MBX, содержащийся в Marblere, мы можем зарабатывать очки опыта. И когда достигнем 100% опыта, можем перейти на следующий уровень, где можем добыть еще больше MBX, повышая свой уровень. Эксклюзивный входной билет на канал для владельцев Marbleship. В общем, доступ к новому Дискорду, где получим доступ к последним новостям и событиям Marblox, аирдроп только для держателей Marbleship, специальные мероприятия исключительно для держателей Marbleship, проводятся нерегулярно, например, аирдропы и игры от Marble, крутая штука, посмотрим, какие аирдропы будут на новые игры в будущем. Купоны на игры в MBX Universe, Marblox поддерживает игровой опыт владельцев Marbleship, представляя игровые купоны для игр в MBX. Специальное обслуживание клиентов Marbleship. Держатели Marbleship могут обращаться в новый спеццентр, где их обслужат более лучше и более быстрее. Не знаю, как это все будет работать, но вот это прям самое крутое. Надеюсь, оно таки будет, ибо из опытов игроков этого нам не хватает. Я думаю, кто играет, тот меня поймет. Прям супер крутой бонус. Вайтлист для офлайн событий. Владельцы Marbleship могут участвовать в офлайн событиях. На данный момент, конечно, это мимо сейчас для нас, поэтому переходим дальше. Вайтлист NFT игр из экосистемы MBX. Частная ама, частый сеанс только для владельцев Marbleship. Ну и под конец это скрытая выгода. Ожидаем различных преимуществ для держателей Marbleship, которые будут выпущены в будущем. Итак, подытожим. В общем, этот Marbleship такой паспорт для элит, тех, кто играет в игры от Marbleox и успешно зарабатывает там. Кому стоит приобрести его? Тем, кто играет, кто или хочет заходить в игры с Marbleox. Столько плюшек различных, стейкинг, аирдропы, ну и все, что я перечислил выше. Буду ли я брать себе Marbleship? Конечно буду. Уже 3 или 4 месяца зарабатываю из Marbleox, поэтому Marbleship мне необходим. Ну и далее уже покажу на личном опыте более детально про стейкинг и все остальные плюшки от Marbleship. Как-то так, кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.